Всем привет! Ну что, у кого как проходит период самоизоляции? Кто где отсиживается? Мы отсиживаемся на даче. Да. Спасибо нашему государству, спасибо исполнению 3 лет Дениске. У нас появился 100-летний дом и 25 соток в придачу. Это все за мат-капитал. Ну, если кому интересно, можете писать, я потом расскажу, как у нас это получилось. Вот. Ну, спрятались от коронавируса мы на даче. Вот это... Так, это не наш дом, это пристройка к нему. Сейчас покажу, где мы это отсиживаемся. Вот это наш дубик. Жаль, что он пока еще без листочков, иначе он красивше смотрится. Вон там вдалеке-вдалеке за дубом у нас есть банька. Вот. И это все за мат-капитал. Но мы находимся в 170 километрах от Питера. А вот, собственно, наш домик. Не скажу, что сарайчик. Он у нас сразу был таким, такой красивый, со стеклопакетами. Вот. Такая большущая-большущая береза возле него. Если честно, она меня немножко страшит и пугает. Ну, коронавирус коронавирусом, но почему-то в деревне, хотя она и так маленькая, небольшая, но людей нет. Все все-таки, наверное, отсиживаются по квартирам. Ну, в основном это Тихвин, Пикалёва. Ну, какой красивый закат сзади меня. Ну, блин, видимо, телефон мне не очень, потому что всей красоты не передать. Вот на улице минусочек. Погулять особо не погуляешь, покопать особо не покопаешь, поэтому просто сидим в доме, сходим с ума. Ну, если бы я снимала детей, что они делают, это просто трэш. Вот. Ну, рассказывайте, кто где сидит. Кстати, кому скучно, у нас сейчас очень много дел на даче, и свободным рукам мы будем очень не прочь. Ну, это, конечно, обращение к моим знакомым. Пишите, звоните. Если вам наскучило сидеть в четырех стенах квартиры, с удовольствием примем. Вот. Всем пока-пока.